Недавно я был на одной молодежной конференции. Закончилась конференция вечером, и сестры выезжают с парковки, и музыка на все играет. Ты, сердце мое, прости за любовь, остыла. Я себе подумал, плохо. Знаете, да, что за сестра поет? Такая музыка, такие слова, такие песни. И на самом деле плохо, когда остыло сердце. И еще хуже, когда сердце остыло не к любимому человеку, а к Богу. Споем песню «Любишь ли ты меня?». Пусть эта конференция еще раз нам напомнит о том, что мы должны любить Бога. Мы должны Его любить, потому что есть за что любить. И пусть наша любовь, как мы слышали уже вчера, будет не условной, не безусловной, а совершенной. Об этом песня. Тихо встала заря, плещет берег волна, круг простых рыбаков у костра. Тихо все, вдруг вопрос, Симон, любишь меня? И поникла Петра голова. Плачет Петр у костра, Симон, любишь меня? Сердце рвется от боли в груди. Это слезы тоски, слезы жгучей любви. Да, Христос, Симон, любит тебя. Вспомнил Петр, как стоял у другого костра, и как трижды отрекся Христа. И за эту вину также трижды люблю, со слезами ответил Христу. Ты ведь знаешь, Иисус, что люблю я тебя. Сердце рвется от боли в груди. Больших не видать, только слезы все могут сказать. Там у гроба в саду Магдалина в слезах, это сердце любила его. И воскресший Христос в предрассветных лучах сам спешит к ней утешить ее. Ты ведь знаешь, Иисус, что люблю я тебя. Сердце рвется от боли. Больших не видать, только слезы все могут сказать. Друг мой, если Христос вдруг задаст нам вопрос, как когда-то задаст.